Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в зомби кетчер, охотники на зомби. Так, что такое? Испытание дня. Так, выполни несколько тройных захватов. Третий лишний пойманный или больше зомби одновременно. Одновременно. Это будет сложно, ребят. Это будет сложно. Так, значит, нам с тобой нужно вот этот вот чай. Этот чай у нас идет вот от этих, ребята, зомбиков. Они у нас на новой локации, на снежной, насколько я помню. Угу. Вот мы тут их с тобой и должны поймать. Так, где-то волки воют. Не знаю, где они там воют. Я постараюсь, конечно, но вряд ли, ребят, получится у меня поймать трех зомби сразу. Это как-то... Огурчик! Малосольный, попался. Давай, выходи, я видел, что там этот. Ой! Не вздумай упасть, придурочный! Идиота кусок. Что я могу сделать, ребят? Ну, если он дурак. Филин. За тебя все, блин. Ну, а тут кто? Я просто, ребята, поспешил гарпуном шмальнуть. Я шмальнуть-то шмальнул, а... Как бы тебе это сказать-то? По-русски. Он прыгнул в этот момент. И поэтому я промахнулся. И поэтому, ребята, я промахнулся, да? Печалька. Так, я вернусь в кафе, потому что мне нужно сейчас... Загрузить зомби-мешалку. 1 минута 30 секунд. Отлично, отлично. Так, это мы с тобой получим. А, так и все. Все, ребятули. Единственное, что я не знаю, после повышения уровня, кого нам дадут. Может быть, нам потерпеть? А нам в любом случае надо с тобой будет здесь ловить этих зомби, потому что у нас не будет с тобой зомболовушек. Ну, этих летающих кораблей, которые... Ай, дурень, дурень, дурень. Стой, смотри. Придурочный, блин. Ты видел, что он сделал? Он два раза, ребята, шмальнул. Идиота кусок взял и улетел еще в никуда. Прям в лобешник. Слушай, Филин, раздражаешь меня. Там еще эти волки позорные скулят где-то, непонятно где. Да. Таких мужиков орешки щелкаем. Кто тут может быть? Да попробуй тут поймать трех сразу. Ребят, это огромная редкость. Поймать трех сразу же. Ну, просто огромная. Мне кажется, это нереально. По крайней мере, не на этих уровнях. Продолжаем охоту. У нас вот еще. Давай сделаю так. Подожди, поменять оружие надо. Иди ты с своими комочками, а. Комковатый чудобрек. Оп! Оп! Да иди ты в трещину, блин! Гуманоид. А так ему и надо, ребят. Они что, выпендриваются? Так, прячемся. Как я, а? Ты видел? Это, ребят, мастерство твое же налево. Слушай, это же йети. Йети или те? А чё он замерзший? Дурик побежал на меня. Да. Блин, там
Мы за столько времени, ребят, только лишь 29 значков набрали. Так, в кафе. Конечно, в кафе. Там уже, наверное, все. Да, друзья мои, повышаем уровень. Ох ты, ох ты, ох ты. Оу. Так, продать что-нибудь. Улучшить зомбовыжималку. Это какую? Эту? Блин, купить экипировку. 10 тысяч. Так, продать что-нибудь. Ну, что-нибудь, ребят. То, что у нас больше всего, то и продаем. Верно? Верно. Загружаем загрузку. Так, сюда. Подожди, а что? А, не тот, не тот. Сюда. Продать что-нибудь. Раз, два, три. Желтопузых. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, у нас вот этих вот дофигища. Ну как дофигища? Хватит нам. Да. Это я всего лишь вот столечко. Это вот столечко я все набрал. Друзья, ну, я предлагаю сделать следующим образом. Вот эту вот зомбовыжималку отправить на болото. И вот эту тоже на болото. Не потому что это, ребята, моя прихоть. Потому что, во-первых, здесь зомби будут попроще. Чайнатаун, да? Ага. В плане пиццелицей. Пиццелицей. Ты видел? Вот так, друзья мои, мастер-класс делается. Вот так вот делается мастер-класс. Обалденно я его. Вот. Ну, нам-то надо троих подбить сразу, а тут двое всего было. Вот тут, вот, кстати, ребята, очень опасно. Почему? Потому что он может улететь. Но он не улетел. А если полетел, он обещал вернуться. Так. Опасочка. Это что еще? Что еще за крылатая муробойка? Летает он. Все же. Но. Блин, обидно, что эти зомби не считаются в учет мне. Вот, вот это мне не нравится. Они не учитываются здесь. Зато я могу купить экипировку, ребята. Блин, я даже не знаю. Да я так все запасы свои тут ушатаю. Просто все запасы свои здесь оставлю. Ты посмотри, сколько у меня всего лишь-то. А. А нужно 950. 950. Ловить зомби, конечно, что я сюда? Зачем я сюда пришел? Чтобы на них любоваться? А что это такое? Интересно, хорошая эта штука или нет? Давай протестим ее. Протестил, блин. Слушай, я его... Нет, его ловить не буду. Так, а как она работает-то? Бредятина какая-то, ребят. Я серьезно говорю. Я в шоке от этой фигни. От этой электрической параши, если ее можно назвать вообще так, парашей. Мутатень.
Комковитый недобитыш был. Ну, кто там еще-то один? Да ты серьезно? Да, садись ты. Да. Бред какой-то электрический. Она, наверное, должна попасть по нему, но это... Я не знаю, как это назвать даже. Я не ожидал такого дебильного эффекта. Давай, добивайте, сейчас загрузимся здесь. Так, а продать что-нибудь? А, ну я понял. Это 900, это 950 этих чувачков надо, что ли, ушоркать туда. Так, мне тут неделю, друзья мои, веселиться таким темпом. Если честно. Да? Да. Это как минимум, блин, 3 серии придется бомбить их. То есть вот один коктейль, это одно, 1 балл. 950 коктейлей нужно будет продать. Ну, сейчас немножко поменьше. Ну, да. Ну что, ребят, тогда на сегодня все, пока. Ну, мы апнулись, главное. На 36 уровне будет следующий. Это нам нужно будет 35 еще уровень поднять. И потом только 36. Ну да, по-другому никак. Ну что, друзья мои, тогда на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.